Привет, друзья! Добро пожаловать на папин канал. Сегодня я проведу тренировку для моего папы. Тренируйтесь вместе со мной. Начинаем. Нам понадобится амортизатор и гантели. Итак, друзья, первое упражнение, которое я хочу вам предложить, а также моему папе, это приседание. Итак, мы ставим стопы в 45 градусов и начинаем. Итак, 30 раз. Да, ты мне будешь считать? Да. Давай. Начинаем вместе со мной. Так, считай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 30. Отлично. Итак, следующее упражнение — это выпады назад. Итак, руки можно держать либо на поясе, либо перед собой. Также следите за тем, когда вы делаете шаг назад, чтобы колено впереди стоящей ноги не выходило вперед. Вот так. То есть, вот вы шагаете. Вот. Колено сзади стоящей ноги приближаете к полу. Вот так мы делаем. Хорошо. Итак, я готов. Ты готова, да, считать? Да. Начинаем. Поочередно правой и левой ногой. Хорошо. Вы готовы? Давайте вместе с нами. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8. 9. 10. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Так, какое там я хотела следующее упражнение? Так. Ну что, по-моему, следующее упражнение у нас сгибание рук на бицепс, по-моему, да, ты говорила. Сгибание рук на бицепс. Мы берем с вами амортизатор. И делаем вот так вот. Да, сгибание, разгибание рук в локтевых суставах. Да. Ноги и на ширине плеч. Итак, 10 раз. Да. Отлично. Итак, 10 раз. Давай. Итак, 10 повторений у нас впереди. Расправьте раз. Плечи. Давай. Пресс подтянут. Начинаем? Раз. Два. Три. Отлично. 4. Хорошо идет, ребята. 5, 6, 7. Класс. 8, 9, 10. Шикарно. Так, хорошо. Следующее упражнение у нас с гантелями на трицепс. Разгибание рук из-за головы? Да, разгибание рук из-за головы. Так. Поднимаем руки. И начинаем. Давайте, 20 раз. 20 раз, ух ты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Хорошо, уже рукам. 14. 15. Отлично. 16, 17, 18, 19,
20. А, прекрасная серия. Так, следующее упражнение, которое я хочу вам предложить, это отжимания от пола. 20 раз. Мы будем... использовать скамейку. Да, мы будем отжиматься от скамейки, так как мы находимся на улице. Если вы находитесь дома, то вы отжимаетесь от пола. Хорошо. Мне повезло, ребята. Итак, ребят, нам нужно было передвинуть камеру, а то у нас нету в кадре скамейки. Так, встаем в упор лежа. Ладони под плечами. То есть вот они стоят не вот так. И не вот так. Ну, нам сейчас некуда их двигать, поэтому вот, они стоят четко здесь. И вот мы начинаем движение. Пресс подтянут. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Следующее упражнение, это у нас шестое, да? У нас является упражнение на пресс. Мы можем делать это на скамейке, либо на полу, если кто-то дома. Итак, поверни-ка камеру, чтобы меня было видно. Мы можем делать подъемы ног с пола на пресс. И вот так 20 раз. Вот так вот. Раз. Либо еще можно делать вот такое упражнение на пресс. Вот так вот. Раз, два. Итак, мы продолжаем тоже 20 раз. Давай, ты что будешь делать? Я буду делать оба упражнения. Хорошо. Мы вот вам покажем оба упражнения. При движении ног вниз выдох, наверх вдох. Так. Два. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Отлично. Итак, ты хотел еще одно упражнение делать? Сразу же, да, я не отказываюсь. Сразу же в суперсерии, ребята, делаем второе упражнение. Итак, отклоните корпус назад. Пресс подтянут. Начинаем считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну что, мой тренер, садись. Ну что ж, друзья мои, вот такая вот тренировочка. Эту серию мы снова с вами повторяем. И так можно делать от 3 до 10 кругов. Да. А мы с вами прощаемся. До новых встреч. Увидимся на следующих тренировках. Пока-пока. Пока-пока.